Продюсерский центр «Медиаэффект» при поддержке телеканала ЛРТ провел День открытых дверей. Дата 1 июня выбрана не случайно. Во-первых, праздник – День защиты детей. Во-вторых, старт нового летнего интенсива «Медиалето». Подробнее расскажут мои коллеги. Ровно в 12 часов телеканал ЛРТ распахнул свои двери для всех желающих окунуться в мир телевидения. Гидом выступила генеральный директор канала Екатерина Дегтярева. Это редакция, где пишут тексты корреспонденты, готовят выпуски программы новости ведущий Андрей Лобанов. Тут же сидят режиссеры монтажа. Именно они собирают воедино то, что называется телевизионным сюжетом, который видят телезрители. Это сердце канала, программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания. Это студия, откуда ведущий выходит в прямой эфир. До путешествия по телевизионному миру многим казалось, что, например, читать по суфлеру или озвучивать закадровый текст просто. Это было первое соприкосновение с телевидением. То есть до этого были только какие-то догадки, как оно работает, как это все выглядит. А теперь познакомился с работой ближе. Мне больше всего запомнилась комната студии, откуда вещает диктор, как он читает суфлер и текст. На самом деле это так непросто довольно. Текст бежит постоянно. И нужно успевать его читать. Причем делать это четко и выразительно. Именно для этого и создан на базе телеканала ЛРТ продюсерский центр «Медиаэффект». Помочь будущим студентам выбрать профессию по душе, попробовать себя в различных медиапрофессиях поможет новый проект «Медиалето». И на это есть целых 3 месяца. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.